Я хочу поделиться с вами необычной историей, которую услышала буквально на днях от одной хорошей знакомой. Верить или не верить, конечно, решать вам, но я давно знаю эту женщину как умную и психически устойчивую. К тому же она вызывает у меня симпатию. Катя за 50. Она не первый год работает охранником в учебных заведениях. Это очень сдержанная женщина, но в тот день вдруг решила раскрыть душу и рассказала историю, которую никак не может объяснить. Она произошла несколько лет назад, когда Катя работала вахтой в столице. График такой: отрабатывает 3 недели, потом неделю отдыхает дома в родном городе. И как раз во время очередного отпуска ей позвонил начальник. «Выручай, Кать», — умолял он, — «нужно срочно выйти на смежный объект, подменить 2 наших охранниц. Им надо сегодня уехать по уважительной причине». «А что, их совсем некем заменить?» — удивилась Катя. «Извини», — смутился руководитель, — «кроме тебя с напарницей совсем некому. Только бы она согласилась». Катя позвонила напарнице Ольге, которая жила в Москве, и они договорились, что подменят коллег. Но поскольку выходить на вахту требовалось срочно, в ближайшие сутки Катя не успевала добраться. Пришлось напарнице-москвичке одной провести первую ночь на объекте. А Катя пообещала подъехать на следующий день и уже поспешила покупать билеты на поезд. Когда знакомая приехала, первое, что увидела, — насмерть перепуганную Ольгу. Напарница спешно собирала вещи. «Что случилось? Я здесь больше не останусь ни за какие коврижки», — теоретически заявила Ольга. «Мы не можем так поступить, ведь уже пообещали подменить людей», — начала уговаривать подругу Катя. «Давай рассказывай, в чем дело?» «Здесь кто-то ходит», — понизила голос Ольга и оглянулась, словно боялась, что их кто-нибудь может подслушать. «Тут явно что-то водится». Катя удивилась. Она хорошо знала Ольгу, которая не отличалась склонностью фантазировать и путаться на пустом месте. «Ты кого-нибудь видела?» «Нет, слышала», — пояснила напарница. Вступила на дежурство, обошла объект. Все как полагается. Затем приняла душ и легла спать. В комнате у девчонок мне очень понравилось. Уютная обстановка, есть все необходимое. Хорошая мебель, холодильник, микроволновка. Я уже засыпала, когда услышала в коридоре гулкие шаги. Сначала подумала, мне мерещится. Ну кто там может находиться? Потом прислушалась. Нет, точно кто-то есть. И он приближался прямо к моей комнате. Я окончательно проснулась. Кто-то подошел к двери и тяжело дышал. Мне стало очень страшно. Еле пережила эту ночь. Ни за что здесь не останусь. Ольга снова начала собираться. Моей знакомой стоило больших трудов уговорить подругу переночевать еще ночь. Уже вместе. Ей хотелось самой убедиться, что по зданию действительно ходит неизвестное существо. А может, это как-нибудь объясняется? Например, звуками неисправной вентиляции. День прошел нормально. Наступил вечер. Женщины по очереди обошли объект, но ничего подозрительного не заметили. Тишина и покой, все пусто и на территории, и в помещениях. Улеглись, начали засыпать. И вдруг обе услышали человеческие шаги. Кто-то действительно спускался по лестнице и приближался к их комнате. Оля с Катей уставились друг на дружку. Прошло несколько минут. Незнакомец остановился около двери и принялся тяжело дышать, в точности, как рассказывала Ольга. Подруги в ужасе сели на кроватях и до конца ночи не сомкнули глаз. Что это было? Здравый смысл подсказывал: должно найтись простое объяснение. И они начали искать. Днем обратились к работавшей в том здании заведующей. «Сами видите, объект новый», — отмахнулась женщина без тени тревоги. «Все чисто, аккуратно. Кругом цветы. Кто здесь может ходить?» И правда, все вокруг выглядело очень красиво. Стоял август, цветы пышно цвели на клумбах. Здание новое, светлое.
но мы обе ночью отчетливо слышали шаги и дыхание, стали убеждать заведующую напарницы. Не могло же обеим почудиться одно и то же? «Вы напутали», — успокаивала Катю и Улю заведующая. «Какие шаги, да еще и ночью?» «Это просто новые стены дают осадку. Так всегда бывает, ведь еще не прошло и полгода, как сдали объект». Наступила следующая ночь. Женщины несколько раз совершили обход здания, все проверили. Легли спать, и снова все повторилось. Гулкие шаги и тяжелое дыхание за дверью. Утром, увидев, что обе охранницы решительно настроились уезжать, заведующая остановила их. «Ладно, девочки, признаюсь. Вы уж простите, что сначала не рассказала вам эту историю. Уж слишком дико она звучит. В той комнате, где вы сейчас живете, убили человека. Еще и месяца не прошло. Недавно на объекте охранниками работала пара. Муж и жена. Они часто ссорились, ревновали друг друга, постоянно выясняли отношения, не стесняясь в выражениях. В тот вечер жена готовила ужин, а муж начал скандалить и оскорблять ее. Супруга резала овощи ножом, и тут не выдержали нерв. Пырнула сошедшего с резьбы супруга. Удар оказался фатальным. Жена поняла, что натворила, и сама вызвала скорую и полицию. Муж скончался в карете скорой от потери крови, а убийцу увезли в полицейские. Тело мужчины забирала его сестра. Помню, как она горько вздохнула. Этого стоило ожидать, они ужасно ссорились. С тех пор он здесь и бродит. Каждую ночь приходит в комнату, где случилось убийство. Стоит у двери, тяжело вздыхает. Катя прервала рассказ и замолчала. «Вы уехали?» – осторожно спросила я. «Нет, нас очень просили остаться», – ответила знакомая. «Ведь предыдущие охранники так и не смогли здесь работать, а мы не могли подвести руководство». «Но как же вы набрались сил ночевать в такой жуткой обстановке?» «А мы с ним договорились», – вдруг улыбнулась Катя. «Я обратилась к духу и очень сильно попросила нас не трогать. Объяснила, что нам работать надо». «А что он? Он нас и не трогал, но по-прежнему ходил, тяжело вздыхал. А после поминок на 40-й день перестал появляться и исчез навсегда. А вот почему он приходил именно на место своей гибели, непонятно. Наверное, высказанные мужчиной и женщиной эмоции в их последней ссоре были действительно очень сильными. Вот и держали его после смерти привязанными к этой комнате».